Открыли турнир на Кубок города по волейболу команда Департамента образования и чемпион прошлого года «Энергия». В первой партии сборная «Энергия» вела в счете. Команда департамента образования сдаваться не собиралась и уже в начале второго игрового отрезка вырвалась вперед. Но прошлогодние чемпионы быстро перехватили инициативу и выиграли у соперников и вторую, и третью партию. Итог игры 3-0. Это в первую очередь игра. Тут переживать особо не надо, опускать руки, а наоборот делать выводы правильные и отыгрываться, выигрывать. Открытый Кубок города по волейболу в нашем городе проводится с 2012 года. В этом году в нем принимают участие 10 команд – 4 мужских, 6 женских. Игры проходят по кубковой системе до 2 поражений. У проигравшей команды есть шанс реабилитироваться во второй встрече. При равенстве выигранных партий назначается золотой сет. И дальше команда выходит в полуфинал, в финал и также все встречи из 2 встреч. То есть проигравшая команда имеет шанс реабилитироваться. Следующие игры пройдут 19 октября в центральном здании стадиона ИКАР. Посмотреть, как команды будут бороться за победу, может любой желающий. Начало игр в 15:00 без возрастных ограничений. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Праздник настольного тенниса прошел в преддверии открытого городского турнира «Саровская ракетка». И впервые в таком формате. Участников ждала встреча с именитыми чемпионами по настольному теннису. Мастер-классы провели в спортивном комплексе «РФЭЦ МНЕФ». Площадку выбрали не случайно. Это один из лучших залов в городе, который может разместить одновременно и болельщиков на одной площадке, и игроков, и зрителей, ну и вообще принять всех желающих очень радушно. Популяризация спорта в ядерном центре довольно велика, и мы принимаем всех желающих именно ради этой цели, чтобы приходили в спортивный зал заниматься спортом и собственным здоровьем. Приглашение дать мастер-классы для саровчан приняли выдающиеся спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр времен СССР Андрей Лапшин, Артемий Гончаров и Ирина Земскова, а также мастер спорта СССР международного класса Андрей Музунов. Для саровских теннисистов это стало отличной тренировкой перед предстоящими состязаниями. Как раз перед соревнованиями, да, чтобы ребята, и дети, и взрослые, и любители, и профессионалы в нашем городе, теннисисты, посмотрели технику, поиграли с мастерами. Задача такая, чтобы в нашем городе популяризация настольного тенниса продолжалась, не падала. Все играли в настольный теннис. Встретиться со своими кумирами, теми, кто побывал на вершине спортивного олимпа, мечта любого начинающего спортсмена. У Владимира Новикова в тот вечер сбылось заветное желание – взять уроки игры в настольный теннис у чемпионов. На них очень интересно посмотреть, посмотреть на их технику. Это вообще точно такие моменты нужно точно присмотреть, не пропускать. Настольным теннисом Владимир Новиков увлекся 5 лет назад. Юноша постоянно участвует в различных соревнованиях и повышает свое мастерство. Он считает, что настольный теннис по своей тактике похож на интеллектуальные игры. Свои действия спортсмен должен рассчитывать на несколько ходов вперед. Надо очень быстро соображать и реагировать, продумывать свою игру, конечно, с любым соперником. Но тренироваться и не сдаваться, до конца играть, в любой ситуации. Мастер-класс начался с игровой разминки. После тренеры и юные спортсмены приступили к отработке основных элементов настольного тенниса. Ирина Земскова занимается настольным теннисом с детства и уже в юношеском возрасте вошла в тройку сильнейших спортсменов и юниоров СССР. Поэтому она точно знает, чем хорош этот вид спорта для молодого поколения и на что стоит обращать внимание во время игры. Даже мышцы пресса качаются, глаз наш тренируется. Это очень высококоординированный вид спорта, и технически исполнять его тяжело. На встречу с известными спортсменами пришло большое количество саровчан разного возраста. Никто не хотел упустить шанс скрестить ракетки с чемпионами, посмотреть на их технику игры и перенять приемы. Сами гости отметили, что уровень игры саровских спортсменов достаточно высокий, а у юного поколения есть потенциал, который нужно развивать. Побороться за титул чемпиона Сарова в открытом первенстве по боулингу в ресторан «Прайм» пришло 20 человек. Половина из них играли в первой лиге, половина в высшей. Турнир проходил в несколько этапов. Каждый человек играет со всеми остальными участниками своего дивизиона, то есть 9 человек по 2 игры. Итого 18 игр у нас играет каждый человек.
И по итогам этих игр у нас определяется победитель. Ресторан «Прайм» в качестве площадки для проведения турнира Федерация боулинга выбрала не случайно. Здесь установлено оборудование компании «Брансвик». Уже 160 лет они мировые лидеры в производстве и продаже оборудования для боулинга. Каждая дорожка снабжена системой автоматического подсчета очков и мониторами. А на удобных диванах «Прайма», расположенных рядом с дорожками, спортсмены могут отдохнуть и дождаться своей очереди. В высшей лиге в личном первенстве больше всех очков набрал Илья Шулятьев. На турнир молодой человек пришел не за победой. Он хотел провести свое свободное время с пользой. Никогда вообще его не ставил в приоритет, просто любители бильярда. И вот, ну, получается, да, бильярд поспособствовал, как точная игра. Повезло. Есть, конечно, приятное ощущение, но хотелось бы просто все равно продолжать заниматься, чтобы и был. Ну и самому еще далеко куда расти. То есть были страшно проигранные партии, так что будем заниматься и расти. В первой лиге победителем стал Алексей Озев. Попасть в высшую лигу молодому человеку не удалось по набранным очкам в отборочном туре. Но Алексей уверяет, что в следующем первенстве он обязательно поборется за первое место в высшей лиге. Я так как не тренировался, не ходил. Начал с первой лиги, вот победил. Перехожу в высший дивизион. Надеюсь, и там одержу победу. Первенство закончено, итоги подведены. Следующий турнир пройдет в январе 2020 года. А принять в нем участие сможет любой желающий старше 18 лет. У спортсменов есть возможность начать тренировки уже сегодня. Ресторан «Прайм» открыт для всех. Танцевальный коллектив «Танцуй» существует с 2011 года. Воспитанницы Ольги Рожковой неоднократно становились призерами и победителями конкурсов. В этот раз коллектив принял участие в Кубке Ивановской области по современным танцевальным направлениям. Девочки готовились без перерыва, будем говорить, да, то есть они приходили тренироваться все лето, то есть у них не было, будем так говорить, отпуска, как и у меня, поэтому мы уже знали, куда мы едем, да, чем мы будем заниматься, что мы делаем, и результат налицо. На конкурс коллектив представил 58 постановок, 20 из них заняли первые места. Больше всех танцев Иванова исполнила Анастасия Котова. Девочки вручили серебряные и бронзовые медали. Одна за дуэт, танцевала я также шоу, фолк. Много групповых по классике, танцевала таблу, поп-сонг. У меня были две новые постановки, я их повезла первый раз, там их первый раз представила. Это было, конечно, тяжело, но в таблу у меня было второе место, а в поп-сонге я тоже повезла новую постановку, заняла третье, но это достаточно хорошо, ну, лично по мне. Для Юлии Цибуцининой конкурс в Иваново стал дебютным. Девочка представила на нем три композиции – классику, таблу и групповой. Для Юлии выступать на большой сцене было страшно, но интересно. Несмотря на то, что я выступала первый раз, но я поеду еще раз туда и займу первое место. Всего в Кубке Ивановской области приняло участие более 30 коллективов из Иваново, Шуи, Москвы, Коврова и других городов России. Также на конкурсе саровчанки показали наряды, придуманные и сделанные своими руками в двух номинациях – вечерний костюм и авторский дизайн коллекции «Осень». Жюри высоко оценило работы коллектива. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Юные спортсмены отделения тенниса спортивной школы ИКАР выступили на открытом личном первенстве теннисного клуба «Феникс» Нижегородской области. Победителями в своих возрастных группах стали Анастасия Виноградская, Матвей Артемов и Павел Пугин. Серебряные награды получили Денис Деркач, Лилия Малышева и Павел Язев. Бронзу у Арсения Гасеева, Вероники Малухи и Дмитрия Усанова. Тренируются теннисисты у Людмилы Куницыной и Людмилы Мурзиной. Вслед за чемпионом Кавернинской волной 2006 определился обладатель серебряных медалей первенства Нижегородской области по футболу среди подростков 2006-2007 года рождения. Им стала команда «Дюсшикар» город Саров. Тренируются юные футболисты у Алексея Сереброва.